По меньшей мере, 6 солдат и 20 боевиков погибли в результате нападения на военную базу в городе Аден на юге Йемена. Смертники сначала подорвали 2 автомобиля, затем взяли объект штурмом. Им удалось захватить военные здания, однако после нескольких часов перестрелки террористы были ликвидированы. Ответственность за нападение на себя никто не взял, однако местные власти подозревают в атаке боевиков ТГИЛ. Напомню, конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. За власть в стране борются повстанцы хуситы и части армии, верная экс-президенту Али Абдалле Салеху.